В ходе оперативно-розыскных мероприятий смоленские полицейские пресекли деятельность наркопритона, который находился в одной из квартир города Рославля. Задержание подозреваемых на месте событий прошло при поддержке отряда специального назначения «Гром». Руки за спину, быстро! Местный житель 1985 года рождения регулярно предоставлял свое жилье наркозависимым для приготовления и употребления запрещенных препаратов. В момент задержания вместе с хозяином жилплощади находилась и гражданка. По внешним признакам оба были в состоянии наркотического опьянения. Далее медицинское освидетельствование подтвердило это. Полицейскими были изъяты компоненты наркотиков и предметы для их использования. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренной частью 1 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, организации либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Санкция по данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.